К моему огромному сожалению, этот фильм не стал эпохальным. Этот фильм не стал событием. И кто-то скажет, возможно, это из-за непрофессионализма тех, кто его снимал. А кто-то добавит, возможно, из-за врожденной скромности Петра Алексеевича Порошенко. Но тогда я не понимаю, для чего он в нем снимался, правда. В общем, этот фильм не прозвучал. Может быть, пока что. Но в плане истории этот фильм сохранится навеки. И наши потомки будут смотреть его для того, чтобы понять, какой он был украинский президент. А на Обуховскую трассу уже выныривает президентский кортеж. Местные жители уже в курсе расписания Порошенко. На работу сразу за утренним час пик, чтобы не создавать заторы. И ездит кортеж Петра Алексеевича со скоростью 80 км в час. Боже, какой у нас президент! С работы глубоко за полночь. А чтобы вот так, с позаранку, должно произойти что-то особенное. С работы глубоко за полночь. Когда я смотрел этот фильм, я прекрасно понимал, под что... Грубо говоря, косили его создатели. Очень поздно ложится спать. Часто уже знает, что он поздно лег, а утром уже звонит. Когда же он спит? Узнали? Мы стоим на светофоре? Да. Да, мы стоим на светофоре. Кортеж Порошенко стоит на светофоре. Я верю в это. Ходит легенда, якобы даже сейчас может сесть за баранку и запросто прокатиться по городу практически без охраны свиты. А надев еще кепку и наклеив усы. Это я тоже помню. И не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб. Я здесь обратил внимание, для того, чтобы они хотели показать, что никто ничего не перекрывает, кортежи, какие там кортежи, это все в прошлом. Они снимают мост, но снимают не со стороны дорожного полотна, а вот так как-то. Вы ругаетесь? Нет. Я на дороге насварился, а коли... Может быть, я, конечно, не прав, и они просто хотели поснимать опоры моста. Самолет готов к вылету, средних размеров аэробус. И вот все это подчеркивает такой тезис, самый главный, что президент у нас скромный, обычный средних размеров аэробус. Переоборудован лишь первый салон, он стал более просторным. Помощники, советники, охрана, члены администрации, министры – все уже на борту. Летим, как все, в обычном салоне эконом-класса. Ну, я понял, в чем фишка, потому что президентский самолет переоборудован, чтобы ему было комфортно, а челядь летает как на лоукосте. Как в обычном лоукостере. Да, я так и понял. То для нас це питання принципу, це питання революції гідності, це Майдан і це обіцянка президента. Это уже рассказывают о подписании ассоциации. Ассоциация нужна, вы же помните, для того, чтобы европейский производитель мог без проблем продавать свое, то, что он произвел, на территории Украины. Это главная, основная цель. И не втюхивайте мне что-то другое. Но произошло то, что произошло. Референдум в Нидерландах, и тут рассказывается, как Порошенко выруливал из этой ситуации. У его команды всего 48 часов, чтобы переломить ситуацию, хотя шансов практически никаких. Еще раз напомните, речь идет о том, что подписание закона, по которому Украина станет главным государством в Европе. Нет, это подписание ассоциации. Торгуйте своими товарами. Чтобы увидеть, как и чем Россия пытается остановить движение Украины в Европу, не обязательно ехать в АТО. Все можно увидеть здесь, в Киеве, в будущем музее российской агрессии. Вы спросите, а это тут при чем? А вот оно идет вот так вот, там ассоциация, хлоп, и вот это вот. Такой небольшой сумбурчик. Зелені чоловічки, з них все розпочалося, а потім... Что попало, скажете вы? Нет, режиссерская задумка просто. Надо было уместить в достаточно короткий фильм все, что мы можем сказать о нашем президенте. Вот здесь вот он говорит, я помнить, говорит, буду вкус того борща, который готовили за 800 метров от российских позиций. Я до сих пор згадую смак того борщу, який вони готували, можливо, в 800 метрах від передових російських позицій. В 800 метрах от агресора Порошенко навернул борщец. Как он туда летает, вот смотрите, интересно. Это то, что обычно не попадает в сводки новостей. Очередная рабочая инспекция в АТО в танковую бригаду под Донецк. А летает он туда каждую неделю, я думаю, по нескольку раз. Знаете, это такая уже рутина. Пилоту от напряжения приходится даже привставать. Идем ниже электромачт, не дай бог пропустить.
трусло, а посмотрел бы на президента лучше. Порошенко тем временем, как ни в чем не бывало, освежает в памяти профайлы на отличившихся бойцов, за что им предстоит вручать награды. А теперь играющий роль Пескова Бирюков. Но потом они мне звонят и говорят: слушай, а он знает, как из СПГ стрелять. Он понимает, как мы с закрытой позиции лупанули, подбили Бэху. Блин, да ну это же круто, реально. Да, Порошенко вникает во все. Он во всем очень четко разбирается. Помните? Я не знаю, где и как он учился играть на фортепиано. Человеку со стороны вообще не понять, зачем президенту самому лететь сюда полдня с риском для жизни. Ну, посмотрел, ну, вручил награды. Потому что тем, кто вот червям на земле, никогда не понять логику президента. А это то, что обычно снимать нельзя. Совещание с министром обороны Генштаба прямо на борту, пока свежи впечатления от поездки. Именно в такие моменты зачастую принимаются решения, о которых потом узнают из теленовостей. Сидят хрюшки и играют принятие важнейшего решения. И тут Порошенко выдает фразу, от которой я так аж... Я абсолютно переконаний, що у нас так само перша лінія має мати інтегровану систему управління. Этиловый спирт препятствует электропроводности нервных клеток и стимулирует выделение рецепторами тормозящих нейротрансмиттеров. Ну, вот это вот звучало приблизительно так же, знаете. И так, главное, оно так походя, знаете. Человек просто погружен в тему. Главная площадь Валета закрывается для туристов лишь в особых случаях, и то на пару часов. А это Порошенко уже на Мальте. И закрывается площадь в крайних случаях, ну, всегда, когда приезжает какой-то представитель европейского государства. К приему первой украинской четы все готово. Караул, охрана, девочка с цветами, местные папарацци. Насколько эти папарацци местные, можно услышать вот сейчас. Из кадра! С кадра уйди! Один местный папарацци кричит другому местному папарацци. Мальтийцы! У нас есть 15 минут на то, чтобы рассмотреть истукана в латах, гобелены и словить Wi-Fi. У Марины Порошенко отдельная культурная программа. Стой, не верю. Нет, первая леди с таким маникюром. Ты же сумасшедшая, блин, ты же не в селе уже. Петр и Марина Порошенко, как обычно, держатся за руки. Туристы гадают, вокруг кого вся эта суета с охраной и телекамерами. Это понятно, потому что они знать не знают, что это такое. Дуже багато працюю в своем саду. Тільки можна додати в кінці, я ще й хрестиком вишиваю, да? От як, да, кот Матроскін. Все хорошо в Марині, все от ідеально, я вважаю, тільки зря вона говорить. Когда уже не будет ни фото и телекамер, она все так же будет держать его под руку, сменив каблуки на непротокольные балетки. Мишечка, но здесь они добавили, вот они разбавили этот президент. Он называется, конечно, по-другому, но я говорю, что это вот формат того же фильма, но они разбавили здесь и личным, да? А вот так вот, превзошли все-таки. Взагалі, коли ми зустрічалися, він дуже любив мене носити на руках. І він навіть шукав привід, щоб це зробити. Слушай, Марина, а давай-ка я тебе понесу сейчас в магазин на руках. Марина, а давай в цирк пойдем, но только я тебя на руках хочу туда отнести. И ходил он при этом тоже на руках. Мои друзья пришли и начали меня вытягивать из хаты на дискотеку. Когда она это рассказывает, я представляю хату-мазанку такую, маленькое окошко такое, кругленькое, знаете, такое. И друзья такие: Марина, пришли на дискотеку. Если не знать, кем являлся папа Марины Порошенко, то можно в это поверить. Їх дідусі знайомились перед ЗАГСом, як справжні такі, знаєте, функціонери. Звісно, познайомились вже батьки в останній момент. Да їм і плевать було, що папа Марини Порошенко – це замміністра, знаєте, а папа Петі – це... Таких днів, коли вони збираються всі під одною крышей, в їх сімейному календарі немного. А знаєте, чому? Чому немного таких днів? Зараз об'яснить. Старший син Олексій давно живе своєю сім'єю. Женя пишет стихи, прекрасно рисует. Саша практически профессионально играет на фортепиано. А вы же знаете, что дома редко бывают те, кто пишут стихи и рисуют. А, им трудно сказать, что просто они учатся за границей. Не в Неньке, а за границей. Поэтому они так редко бывают дома. Ну, знаете, этот старший живет своей жизнью, а вот она вот стихи пишет.
до Украинской православной Киевского патриархата. Кстати, здесь они тоже с женой только за руки. Это руки очень важны. Очень, ну, не на руках он уже ее несет. Вот, да, может, просто перед камерами не захотел. И плюс по церкви идет, знаете, Марина на руках, будет смотреть странно. Вот здесь вот рассказывают про обычную советскую семью Порошенко и Марины. Казалось бы, в обычной советской семье отец главный инженер, затем директор производства. Обычнейшая семья. Отец директор производства. Про него легенды слагают, про отца Петра Алексеевича, про Алексея. Западная граница – один из самых больших погранпереходов. И тут президент Украины. Чудно как-то. Чудно. Что он там делает? А, приехал опять-таки посниматься. И сразу же помогает дальнобойщикам. Это уже до керівництва. А вот давайте мы керівництво испытаем. А вот он уже на Западной Украине выходит, целует каравай. Про безвиз только и разговоры по всей стране, в каждой его поездке. Это Волынь. Про безвиз только и разговоров, оно и понятно, потому что в жизни каждого украинца это первая цель. Безвиз. Мне кажут, что я маю идти до них, почекайте, я с вами поспілкуюсь. Никто не верил. Деякі парламентарі в парламенті сиділи, каже, пане президент, ну що ви нам говорите? Это просто женщины, которые шли по улице, остановились, знаете, и Порошенко решил к ним подойти. Это импровизация. Неужели нельзя обойтись без таких вот импровизированных подходов? Потом Порошенко скажет, ничего более значимого для него в тот момент не существовало. Да, вы знаете, вот по поводу школы, вчерашнего моего видео, где он открывал школу, там куча-куча детей. Так вот мне вчера птичка одна напела, что детей туда свезли. Почему? Почему эта школа, ее не заканчивали, ее строительство, а готовность у нее была 70% еще при преступной власти Януковича. Это не новострой, вот так взяли и построили. А вроде бы как наполняемости школы нет. И для того, чтобы вчера это выглядело все классно и красиво, туда детей свезли. Импровизация. А я что скажу? Так как-то все так по-хуторски, как-то все так убогонько. Ну вот как, какая-то подделка дешевая. Эта же сцена потом повторится. Порошенко прилетит на открытие небольшого периферийного завода. Летит Порошенко. И здесь Бирюков рассказывает, что Порошенко приезжает, а все сразу все выкрашивают, все в новый цвет, все такое, ну, готовятся к его приезду. Когда он в Покровск летал на День медика, он ходил потом еще там, блин, ну что ж так краской воняет, ну реально воняет же. Ну то есть покрасили все. Ну, потемкинские деревни это называется. Ну а что он может сделать с этим? А прилетать без предупреждения? Без предупреждения прилетать, а не устраивать цирки. Якобы я здесь случайно, а там уже выстроены плакальщицы какие-то. Впрочем, Порошенко прилетел говорить не столько о производстве. И здесь его главная тема – безвиз. Это его главная тема на многие годы вперед. Остаточно відійшли від радянської, совєтської і російської імперії. Остаточное прощавай, ё-моё. Ну ладно, хорошо. А вот сейчас вот позорный момент. Как по мне, знаете, со стороны глядя, это о его телефонном разговоре с Трампом. В той день как раз ввечері планувався фінал. Фінал двух американських команд. И він був болівальник цієї команди. І, звичайно... То есть, Трамп болеет за одну из команд. Там, я не знаю, кубок это, супербол у них, короче. Вот, он болельщиком является. И Порошенко узнал, за какую команду болеет Трамп. И узнал имя главного там игрока. И сказал ему... Навіть завершуючи бесіду, президент згадав, що бажає перемоги його команді і навіть назвав ключового там квотербек, ключового гравця цієї команди. Знаете, как это называется на самом деле? Это называется подлизывание. Это натуральная лесть и подлизывание. Потому что если бы Порошенко просто знал, за какую команду болеет Трамп, это одно. Но он специально заучил. Он заучил специально игрока и потом сказал, желаю, чтобы выиграли там Пингвинс какие-то и их Майкл Джексон. Это же постыдно, не? Безвізовий режим – це не тільки визнання світом ефективності 144 реформ. Про 144 реформи уже мемчик є, знаєте, що це за 144 реформи? Люди знати хочуть. Но вот, кстати, що таке безвізовий режим, ніколи не догадаєтесь. А це останнє прощавай.
Радянському Союзу. В цирк можна не ходити взагалі. На Восток, так називаємо прифронтові зони, Порошенко літає ровним счетом не реже, ніж в АТО. О, значить, це где-то 3-4 рази в неділю, мабуть. Паки. За каких-то 4 года в сознании украинцев произойдут кардинальные перемены. Они вдруг поймут, что могут обходиться без горячей воды, они поймут, что могут платить за коммунальные больше, чем зарабатывают, и много других вещей поймут. Мы решили закончить этими кадрами. Президент в боевом истребителе. Вроде как символично, как в известной песне. Мне сверху видно все, ты так и знай. Да, символично и что-то опять-таки напоминает, не буду говорить что. А теперь то, что они анонсировали, но что в фильм не вошло. Что сказал Трампу при первом разговоре? Люди из бизнеса и стали президентами. Это почему-то они решили убрать. Про людей из бизнеса, возможно, для того, чтобы не нервировать публику. А вот это вот они решили убрать, по всей видимости, для того, чтобы не нервировать кого? Путина. Какие травят анекдоты про Путина? Подходит журналист до президента Путина и питает, яка ваша мрія? Это все они из фильма убрали, все сократили. Ну, может быть, просто по хронометражу не вошли такие важные моменты. Намного важнее было о том, как они держатся за руку с Мариной, о том, какие рыцари стоят в Мальтийском дворце и так далее. В общем, мне кажется, фильм получился. Вы знаете, вот несмотря на некоторые такие вот вещи, получился фильм. Это наш ответ. Наш ответ фильму там президент, всяким Оливером Стоуном. О, класс. Уровень.